Якутский противотуберкулезный детский диспансер посетил неожиданный гость. Поздравить детишек с праздником Днем защиты детей приехала депутат Государственной Думы Галина Данчикова. Как отметила руководство диспансера, именно Галина Иннокентьевна настояла на строительстве нового здания и провела огромную работу по воплощению их мечты. Дети в благодарность за такое отношение подарили депутату праздничный концерт. Отметим, что диспансер был построен в 2015 году. Центр рассчитан на 200 коек для детей от 2 до 13 лет. Здание оснащено современным оборудованием, необходимым для диагностики и лечения туберкулеза у детей. Впечатлена тем, что вот сегодня это учреждение работает в полной мере. Сегодня дети находятся под присмотром очень хороших профессиональных сотрудников. Я надеюсь, что они очень быстро поправятся, поедут домой. Здесь, в этом учреждении, дети находятся практически с нулевого возраста, с полутора лет. И они здесь обучаются. Конечно, важно внимание взрослых к этим детям. Я хочу пожелать всем детям еще раз добра, мира, здоровья, счастья. Родителям, что дети их не огорчали, родители больше внимания уделяли нашим детям.